Приветствую, друзья. Как вы видите, ловушка стоит, как стояла. Вернее, не как стояла, я ее откопал позавчера. Потому что раньше толку не было. Все, снег валил. Ну и сегодня опять. С утра снег. Зима начинается. Так у нас называется. Енот до шторма выходил, только начал выходить, было тепло, теперь опять залег, днем минус 12, ночью опять минус 22-25. Так обстоят дела. Снегу навалило немерено много, но обещают еще и до завтрашнего вечера. Лыжи я уже убрал на лето. Похоже, можно будет доставать. Сезон на енота до 31 апреля. Время еще есть. Теперь надо заняться своими шкурами. Вернее, убрать их только и отвезти. В такой глубокий снег енот и в холод такой он не вылазит. А тут, кстати, появились следочки лесного зайца. Или как мы их просто кроликами называем. Не удивлюсь, если он еще попадет на гранулы. Ну, пару дней, короче, опять здесь будет делать нечего. Где у меня проходной стоял, там буквально вчера смог наконец нормально подобраться. У нас даже и свиньи пару дней голодали, два дня. Дня четыре было вообще закрыто. Сейчас очистили почти все дороги, но начинается опять. Зима, зима. Потом, да, я уже надеялся, вода уже пошла по речке маленько, ну, сверху льда. Думал, на бобра. Ну и с этим тоже придется повременить. Будем пока снегом заниматься. Двор завалило, сын даже выехать не может. Вот опять следочки зайца лесного маленького. Охотиться я на него не собираюсь. В этом году так и не взял ни одного. В том году попробовал. Не стоит выделки, конечно. Больно маленький, да и жалко стало уже. Хорошо, ребята, потопчемся домой и займемся другими делами, которых хватает после таких снегопадов. Чистить двор опять не стоит. Я пока выехать могу. Сейчас все равно валит опять. Ладно, давайте, до новых встреч. И удачи вам. До свидания.